Привет, привет! Сегодня чудесный день, солнышко, 16 градусов тепла, и я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением и отвезти вас в какое-нибудь прекрасное место. И сегодня это будет Вальштейнский сад. Этот красивейший сад спрятан за маленькой калиточкой в сплошной стене. И об этом месте знают не все туристы, ну разве, если не прочитают где-нибудь. Я лично узнал с четвертого визита. Мне показали. Ну, поехали! Прагу без культур Давида Чернова. Вот и сейчас мы стоим с писающими на карту Чехии мужчинами. Если послать смс-ку, кстати, они напишут вам что-нибудь струей. Вальштейнский сад является, возможно, первым и самым прекрасным дворцовым садом в Праге. Он принадлежит дворцу Вальштейна, нынешнего местонахождения Сената Чешской Республики. Сад был возведен в 1630 году. Над его созданием трудились лучшие итальянские архитекторы. Красивым и загадочным объектом на территории сада является сталактитовая стена. Это рукотворное архитектурное строение относится к 17 веку. На этой стене вы найдете скульптуры жаб, змей и даже маску дьявола. На самом деле сад не маленький, 1,7 гектаров он занимает. Сад открыт с апреля по октябрь, с 10 утра до 6 часов вечера. Ну, на сегодня все. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.